Ребят, сегодня у нас семинар проведет такой вот легендарный человек, Станислав Колбасов. Он чемпион мира по боевому самбо. Там можно перечислять его титулы. Ну, человек опытный, думаю, что покажет много всего интересного. Поэтому давайте я ему передам слово. Да, ребят, сегодня поработаем на болевыми, то, что я очень хорошо умею делать. Тот чемпионат мира, который выиграл, я все встречи выиграл свои в партере. Поэтому сейчас 10 минут сами разминаемся, и потом да я вас доразминаю. Все, давайте, поехали. Итак, в одну, в другую сторону. Только прижимаем колено. Взяли контроль. В одну, в другую сторону делаем. Вот я, то, что мы отрабатываем, делаем привет. Поднимаем ногой. Такой. Так же и вот идем. Он делает сразу, ты пришел к креветке. По другую сторону прошли. Болевые. Сейчас покажу первый переход. Сначала сделаем переход, и потом уже займем отрывы. Стандартный переход обычно вообще самбийский, дзюдоистский. На живот. Вот, например, забрали его в спину, взяли руку, какую вам удобно. Правую, левую. Например, мне левую удобно. Я взял, подобрал его. Все, вот. Тут уже дело фантазии. Можете просто его вот перешли и закрыли. Ну, многие, конечно, так не дают. Это надо заправлять ногу. Заправили ногу. Можно сделать кувырок. Вот. Можете просто, вот, если ногу заправили, вот я сел на левую руку, значит, я заправляю под него левую ногу. Правой отключаю голову, кладу таз. Самое главное положить таз. Можете даже голову не отключить, но положили таз, ему уже неудобно будет. Вот.
Но отработаем сначала обычно, стандартного, как я показал, положение так. Забрали руку, заправили ногу. Вот, я держу. Перебираю руку, соответственно, ногу. Положил таз. Ну, там уже переход. Делаем. Все, до этого действия дошли. Не ломаем ничего. Взяли там, стараемся делать на две руки. Да, по две минуты делаем, чтобы каждый переход успели разобрать. Есть просто маленькие нюансы. К каждому буду подходить и подсказывать. Лево. Плотнее захват должен быть. Вот, ты забрал руку, заправил ногу. Вот так. Делаешь все плотно. Меняешь руку. Вот. Здесь. До перехода делаем все. Не ломаем. Покажу. И уже вы должны смотреть по ситуации, как удобно. Вот. Легли, заправили там ту руку, которая вам удобнее. Можно просто сделать. Я обычно иногда делал, сюда поджимал. Вот, у меня вот уже готов болевой. Я его просто переворачивал и садился плотно. Это, ну, это самое простое. Многие просто даже не ожидают такого переворота. Например, вместо бортов такой переворот. Все тут. По самбо это удержание идет там, также по дзюдо. Также есть переворот такой. Вот. Забрали, отключили голову его. Все. А тут уже даже есть. Перебираешься. Нога. Давайте отработаем этот простой вариант. В базе он должен быть по-любому. Наработка его. Если со сложного научились переходить, на простое это еще легче. А это защищается, этого делать или что? Давайте минимальная, чтобы защита была. Минимальное сопротивление, чтобы смотреть ошибки. Отключать голову. Да. Нет, ты ляжь, я простой. Вот, ты заправил ногу плотно. Этим коленом отключил голову его. Все, вот здесь он простой. Только плотнее все делать. Я сел. Голову отключил. Надо просто обратить внимание на... Ты забрал руку, заправил ногу. И второе действие, ты должен отключить голову. Отключил голову, все, у тебя действие простое. Если даже он начнет сопротивляться, просто действие может перерасти в то, которое вы первое отрабатывали. Ты заправляешь плотную ногу и начинаешь кувыркаться. Ногу здесь. Вот ты заправил здесь, и ногу здесь. Ты уже под локоточек подтягиваешься, просто садишься. Вот, получается, здесь такой. Вот. Угу. Такое. И вот этой ногой. Да. Вот. Под локоточек подтягиваю. Вот. Просто если плотное действие, ты по-любому перейдешь на болевой. Подтягиваю руку, заправляю ногу. Подтягиваешь. Вот. Этой ногой упираешься сюда.
по духу его. Все, начинаешь подтягивать руки. И ты, да, вот и садишься. Вот. Да, вот. Вот болевой. Вот. Должно вот. Мы здесь сделали переход. Все, мы закрыли. Ногами. Ногами сжимаем, бедрами его. Потому что он начнет уходить в сторону. Вот. Сел плотно. Когда вы почувствовали, что вы сели плотно, начинаем ногу. Начинаем, я бедром начинаю отключать его челюсть. Вот. Можно давить с полной силы. Ему станет больно, он по-любому отпустит. Это один из вариантов. Также вариант. Я также сел, все плотно. Я руку поворачиваю, просто давлю сюда. Вот. Он может держать очень плотными. Вот, я просто руку поворачиваю, и вот она, готовая. Но это может не пройти. Если человек здоровый, физически тяжело отломать. Поэтому самое стандартное. Этим приемом еще пользовался Магомед Курбанович, наш первый чемпион мира по самбо. Это, можно сказать, я у него подсмотрел. Отключаем голову, начинаем бедром душить его, ну, давим. Вот, ему стало неприятно, он по-любому. Я могу даже не ломать здесь, вот, держи. Я просто начинаю давить. Вот он, рука уже пошла у меня. Не отрывая. Надо собраться, что вы сделали, сидите плотно. Все, вот он. Ногу забрали, если начинает уходить. Но отключаем голову. Даже он может голову повернуть, я все равно на него накачу. Вот, я рукой оттолкнулся, накатил на бороду. Давайте, по полторы минуты я к каждому. Надо делать плотно все, правильно. Есть ума отрывок. Вот это то, что мы отработали. Мы начинаем также здесь перебирать. Вот у меня рука. Здесь я вообще. Просто здесь возьми плотно. Вот я взял плотно. И начинаю здесь. Вот. Собрал его руку, оторвал раз. Также есть такой вот. Один из отрывов. Просто вот. Рывком. Он, рывком, да. Он держит тебя. Ты плотно выбил руку. Это какой там? Второй. Там. Третий тоже так же вот. Ты перебираешь вот плотно. Он не дает, он некоторые это, ребята здесь плотно держат. Вот. Ну, вот, начинаю перебирать. Грубо говоря, я здесь уже на эту руку перехожу. Но здесь вот у меня рука. Я руку забрал, отломал. Давайте, я думаю, вам хватит. Просто делаем упор уже сейчас не на отрыв, а на полную комбинацию. Это уже последняя составляющая отрыв. Давайте, чтобы я сейчас по 3 минуты. Плотненько стараюсь. Можно даже один раз сделать. Но постарайтесь сделать правильно. Вот, это дырка, где я там не сюда.
Здесь кисть. Кисть поближе. Все отрываются поближе к его кисти. Вот, а здесь такой. Ребят, хорошо сегодня поработали. Некоторые я уже видел, ну, умеют что-то. У некоторых получается. Ну, общая картина неплохая. Как бы я много с кем боролся, много кого видел. Картина прорисовывалась. Ну, просто должен быть такой нюанс, вы все понимаете, что грэплинг, там, ну, любая борьба, это плотно. Ты должен быть плотно. Ты плотно забираешь, плотно держишь. Не даешь ему просто не дать ему действие сделать, чтобы он тебе там либо контратаку, либо просто сесть на болевой и по итогу не отломать его. Я много раз садился на болевой, много раз не отламывал, только по некоторым ошибкам, что я увидел руку эту и все, и думал, все, вот она победа. А где-то я его не увидел, где-то ноги не сжал, где-то упустил локоть его, и все, и вот я сел первый раз, второй раз. Еще, вроде прошло 2 минуты боя, а осталось 3 минуты еще, и ты думаешь, блин, как бы дотерпеть, потому что сил нету. А ну, партер, как вы понимаете, забирает очень много сил. Так что, ребята, стараемся делать плотно все. И я показал вам уйму отрывов. 4-5 отрывов в арсенале этого хватает, отломать болевой для каждого. Просто старайтесь, запомните их, старайтесь отрабатывать. Каждую тренировку, там, один, второй, третий отрыв. Все, у меня все. Ну что, ребят, давайте поблагодарим. Стас правильно сказал, что ну, как бы за каждой победой стоит масса работы здесь. И в борьбе всегда много нюансов. И любая ситуация, которая вам, ну, собственно, попадается, над ней тоже надо работать, потому что ну, соперник на каждое ваше действие делает свое действие. Вот. В целом. Молодцы, хорошо поработали, чуть-чуть внимательней. В пятницу приходите, у нас будет открытый ковер. Ну, как бы день борьбы, как обычно. Обменяетесь опытом, поборетесь, поломаете друг друга немножко, попотеете. Будем рады вас видеть. Стас, огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята.